Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Всадники Олуха». Так, у нас 9-й день, и мы получаем с тобой 275 листочков. Так, забираем. Закрываем. Так, временные события. Ага, у нас что-то есть. Ранний доступ. Ну-ка, давай посмотрим. Ах ты, елки-палки, это только для подписчиков. Я думал, сейчас мы с тобой поиграем в какой-то ивент. Ну-ка, что у нас тут? Беззубик принес 64 тысячи рыбы. Окей, пригодится. Так, что у нас тут за яйцо лежит, кстати? По-моему, у нас такой дракон есть. Ну да, это у нас дымодышащий душитель. Поэтому я его отпускаю со спокойной, как говорится, совестью. И забираем все, что у нас здесь накопилось. Доски, рыбы. Так, погоди, где у нас тут еще? Вот тут. Ага. Здоровая рыбная диета должна помочь рыбиногу обзавестись бородой. Так, 5 рун мы с тобой получаем. Спасибо за помощь, но я и так ем очень много рыбы. Я же живу на острове как-никак, не думаю, что рыба мне поможет. Да? Почему тогда борода моей бабки такая густая? Не знаю, почему у тебя там борода твоей бабки такая густая. Так, отправляем его за рыбой. Этого тоже отправляем за рыбой. Так, а вы что у меня здесь прохлаждаетесь? Что же вам надо? Так, а мы можем с тобой улучшить? Нет, пока мы с тобой ничего не можем сделать здесь, к сожалению. Зато можем отправить в путешествие, да? Ну-ка, давай-ка, рыбий ног, беги. Что нам дадут? Дай руну, руну лучше. Нет, дают янтарь. 52 штуки. Так, ну ладно, сразу же его отправляем тогда в путешествие, в приключение. Так, это нам не нужно, а вот это, пожалуй, мы сделаем. Все, пускай летит. Так, острокрылый змеевик. Грамгильда. Пускай выполняет задание, а ты у нас... Ага. Было бы прикольно получить вот это яйцо, но... Сам понимаешь, это вряд ли. Все, всех отправили. Так, теперь этих олухов будем отправлять на добычу. Так, ты лети за рыбой. Ты тоже за рыбой. Так, ты у нас полетишь за досками. Ты за досками. Так, что еще? Где у нас еще с тобой? Хорошая, так сказать, добыча будет идти. Пускай идет за досками. Наверное, в принципе, и все. Так, сейчас мы еще глянем хорошенько. Ну, а вы что, прохлаждаетесь? Все, друзья мои, больше мы ничего добывать не можем. Давай, наверное, откроем с тобой пак в первую очередь. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Какие драконы. Так, кревет, шепот смерти и громорог. Также у нас ресурсы. Хорошо. Сразу думаю, надо второй. А что у нас тут показывается? По рунам. Присоединиться. У меня всего лишь 97 монет Одина. Я ничего взять не смогу. Набор древесины, да, он мне как бы и не нужен. Так что не будем здесь ничего тратить. А вот пак откроем. Так, монеты Одина. И нам достается здесь обычная звезда, зуб, бревна, рыба и руны. Вот руны — это хорошо. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут выполнено. Так, янтарь. И опять же янтарь. Отправьте беззубика в приключение. Кстати, а мы ему уровень-то... Да, мы ему повышали, поэтому давай еще разок покормим. Жестко, конечно, очень жестко. Ну-ка, дайте мне рыбы. Там не хватает ему один уровень поднять. Так, 27-й левел получает у меня беззубик. Теперь я его могу спокойненько отправить обучаться. Ну да, а почему бы и нет?
Хотя надо было его в приключения отправлять. Ну, успеем еще, как говорится, да? А эти-то что у меня тут прохлаждаются? А, потому что сделать ничего не могут. Понятно. Ну что, у нас тут с тобой пак созрел. Давай его откроем. Шепот смерти, громель, громобой и все. Местечко есть, поэтому сегодня пойдем на арену. На арену мы пойдем. Все, больше я здесь пока сделать ничего не могу. Так, у тебя есть еще на обмен? Понятно, это мне не нравится. Так, здесь тоже меня не устраивает. Что у нас тут? Знаешь, плевака, если бы я был вождем... Ой, заткнись, ленявый. У нас нет времени на твой бред. Лучше найди себе какое-нибудь полезное занятие. Израсходуйте 700 тысяч единиц рыбы. Угу. Понятно. Поищите кошмарного пресеклого на островах Рокко. Обязательно поищем, но потом. Так, что у нас тут по обмену? Это нам не нужно, это нам не нужно. Это как-нибудь обойдемся. Мы можем получить с тобой 66 тысяч бревен, если потратим 28 рун. Но я не хочу, ребят. Я думаю, что мы перебьемся. Так, а вот по обороночке можно, в принципе, попробовать поиграть. Раз. Два. Три. Ну что, рискнем? В плане. А что опять? А, осталось 4 часа, понятно. Жаль. Так, все-таки мне нужно посмотреть события. Так, листья. Сколько у нас их? 275 всего лишь? Да я ничего здесь приобрести не смогу. Только вот это вот. Ну ты сам понимаешь, это нафиг нам не нужно. Это декор. Я бы, конечно, поиграл бы вот это вот. Осквернение святилища. Но меня сюда не пускает. Только для драконьих наездников. Ранний доступ. Через один день, да, будет доступно, я так понимаю. Угу. Ладно, перебьемся, так сказать. Здесь нам делать нечего. Ну что, остается только лишь посетить арену. Поехали. Два пока Одина, как говорится, мы с тобой должны сегодня открыть. Так, разряд. Кривоклык. Подожди-ка, кривоклык. Можно было бы взять древоруба. Но он, по-моему, не прокачан у нас, да? Достаточно сильно. Ну что, будем смотреть, как мы тут с собой будем справляться. Угу, началось. Так, у нас зеленые сильны против фиола. То есть против вот этого. Угу, что он там собирается делать? Ах ты, гаденыш. Вот этот, кстати, противный чувак. Зеленые, зеленые против фиола. Ага, укусили. Давай, наверное... Вот так сделаем. А почему на этого не упала усиленная атака? Вот объясни мне. Непонятно. На тебе. Так, что он тут хочет сделать? Опа. Это было больно и неприятно. Уничтожаем. Ну что, вот они вдвоем и остались, голубчики, да? Массовая атака. Мы с тобой хильнемся. Опа! Вот это был нежданчик, друзья мои. Да. Хорошо, он укусил. Бедную сардельку съел. Так, теперь моя очередь. Замечательно. Ну что, давай, наверное, этого будем разбирать. Для начала. Бомбим. Так, а что это у нас такое? Все союзники воспринимаются как противники в течение двух ходов. Ну что, парень, еще раз заморозочку. И добивочка будет. Все. Вот мы с тобой и победили. Ну что же, трех драконов завалили. Нужно еще будет 7. И пак.
Давай, 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 в копилочку. Ну что, друзья мои, сразу следующий бой. Нечего, как говорится, откладывать на потом. Твою ж налево. Блин, противник 9-го разряда. Что они все берут пристеголов вот этих вот, а? Непонятно. Так, давай-ка с одним из них разберемся. Вот с этим, может быть. Кусаем. Сейчас что-то будет. Ать. Блин, сейчас будет, наверное, кого-нибудь... А, нет, вот так он сделал. Разделился. Я думал, сейчас будет одного бомбить. Твою ж налево. Давай вот так вот. Ну, в принципе, этому крышка. О, вот это плохо. Получил усиленную атаку. Он получил усиленную атаку. Блин. Придется так, наверное, делать. Ну-ка. Раз, два. Что он сейчас будет делать? Удар хвостом? Ну да. Кого-то сейчас потеряем. Вынес, да? Просто на ура. Я не знаю, что это такое, ребят. Давайте попробуем, может быть. Да чтоб тебе. Так вот это делается, что ли? А, вот он что делает. Так, отравили нас. Добили. Так, теперь вот, наверное, сделаем так. Я думаю, что победа у нас в кармане. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Просто проверим, что сейчас будет. Да крышка ему будет, друзья мои, крышка. Слушай, ну мне нравится вот это вот. Вот этот скилл, который мы применяли с тобой в последний раз. Так, остается нам 4 дракона подбить. Давай, поехали. Смотрим на врага. 9-й разряд, 9-й, ё-моё. Там, по-моему, противник, которого я больше всего ненавижу. Да, вот этот вот мелкий. Так, вот какой у нас синий, да? Блин, он у нас синий. Давай начнем с него тогда. Предположим. У нас нет с тобой, да, здесь фиола? Блин, атаку понизили. Понизили атаку. Сейчас уничтожит. Твою ж налево. Так, что вот это означает? Повышает защиту для свирепых драконов. Я просто не знаю, где у меня тут свирепые драконы. Так, слушай-ка, если мы добьем, давай. Нормуль. Так, что он сейчас будет делать? Массовая атака, да? Нет, не массовая. Так, у нас только вот такой вариантик с тобой. В сон. И вот этого будем разбирать с тобой. Этот пускай пока постоит здесь на месте. Ну-ка. Отлично. Я еще сделаю вот так, друзья мои. Я знаю, что он хочет сделать. А, нет, он потратил. Я думал, он накопит себе на супер удар. Но он почему-то не стал этого делать. Тогда мы его сейчас разберем. Вот и все, что я тебе могу сказать. На тебе. И добивочный. Слушай, замечательно. Очень хорошо, кстати, у нас. У нас всегда дают противника почему-то поменьше кубками, чем мы. Но это и хорошо для нас. Так, остается нам всего лишь одного дракончика с тобой победить. И будет у нас пак. Все 9-го разряда, ё-парасоте. Причем дракон, ох, которых я вообще, вот этого, этого и этого я терпеть не могу. И он их именно взял, всех. Так, надо вот с этого начинать, конечно же. В первую очередь его надо разобрать. Успею ли я, вот в чем вопрос.
Мне кажется, он понял, что я хочу сделать. Так, у него энергия копится, по-моему, побыстрее, да, чем у меня. Мне надо будет их загнать в сон. Так, в сон. Слушай, подожди-ка. Ну да, вот так мы с тобой, наверное, сделаем. Трындец. Так, ну этот-то все равно будет ходить ведь. Так, мы его должны уничтожить с тобой. Что этот собирается делать? Опять дышать? Гаденыш. Уничтожит, мне кажется, сейчас дракона моего бедного. Промахнулся, и это классно. Так, ну, бомби. Так, добиваем. Нормуд. Так. Повысить атаку, наверное, нужно. Начинается, короче, да? Я знаю, что он боится. Я знаю, друзья мои. Поехали. Так. Наверное, мы сделаем с тобой вот так. И приступим потихоньку. Массовая атака, ё-моё. Блин, ну я же не думал, что он так сделает. Ох, ё-каламане. Ну что, давай. Спасибо, молодец, красавчик. Теперь мы сделаем вот так. А, и добивочный. Все, ребята, вот такая вот стратегия у меня. И, кстати, она сработала. Так, 30 кубков и плюс ресурсы. Ну, вот и пак вождя. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Громобой. Так, злобный змеевик. Громорог. Сарделька. И все? И все? Так, ну-ка, давай посмотрим. Я могу улучшить Громгильду? Могу. Прекрасно. Так, а громорога? Громорога не могу. Громобоя, по-моему, тоже не могу. Так, а пристеголова? Понятно. Ну и древоруба тоже, конечно же. А вострозуба? Нет. Злобный змеевик. Поиск 1 час. Почему поиск? Я вообще-то хотел улучшить. Опачки. Новичок. 7-й разряд получает. Так, душитель, ты как? Понятно все с тобой. Водорез. Угу. Так, смотри. Острокрылый змеевик и злобный змеевик. В чем разница? Только в расцветке? Только в расцветке. Кто-то говорил, что у меня 9 уровня. Кто? Я вот не вижу, ребята, чтобы у меня еще был кто-то 9 уровня. Блин, почему Костолом? Вот я бы его прокачал бы. Но для арены 4 уровень, я думаю, что это слишком слабенько. Пока, в принципе, ребят, неплохо. Ёпрсеты, 11 уровня. Да вы серьезно, что ли? И это еще и древоруб? Нет, это, по-моему, пристеголов. Нет, это древоруб 11 уровня. Ты знаешь, что сейчас будет? Каранты мне будет, вот что я тебе скажу. Если он сейчас пыхнет своей массовой атакой. Да, в принципе, он меня так и так, наверное, сможет победить, потому что уровень у него, ну, все-таки в разы круче, чем у меня, сам видишь. Так, да. Что я делаю-то? Этот гаденыш огнем жарит очень сильно. Ну, если я даже повышенную атаку сделаю. Нет, давай так, наверное, просто. Ага. Ага, вот так вот. Пускай теперь. Хе-хе-хе. Вот это я понимаю, друзья мои. Вот это круто. Блин, я обожаю этот скилл. С глазом. Так, мы пока быстренько с тобой этого уничтожим. Давай, давай, давай. Ай. Добивай своего голодранца. Спасибо тебе большое. Так, у него усиленная атака. Делаем вот так, ребята. По крайней мере, мы не будем получать урон.
Ну что ты там? Что ты там делаешь? Это не поможет, парень. Так, вешаем еще разок. Вообще имба. Я тебе серьезно говорю, это имбовый скилл. Я думаю, что тут даже спорить со мной бесполезно. Но он просто ничего не может сделать, понимаешь? Мы его сейчас просто разберем. Какой бы он там супер удар бы ни делал, это все впустую. Понимаешь? А впустую почему? Потому что, ребята, нет противника. Если бы был какой-нибудь противник здесь, да, еще, он бы, соответственно, уничтожал бы его. А так он просто как будто впустую применяет свои скиллы. Так что этот дракончик очень крут. Так, ну что, три дракона мы с тобой победили, нам еще нужно 7. А это получается 3 боя, если мы будем по 3 дракона в каждом бою выносить. Так, что у нас тут? Ага. Серьезный противничек. 11 уровень. 10, 10. Ай-яй-яй. Я даже не знаю, с кого начать. Давай, наверное, с этого. Сарделька, конечно, тут. Ать. И сарделька будет сейчас добивать. Ну, понятное дело. Тут, как говорится, ну никуда не денешься, просто-напросто. Будем с тобой выжидать наш суперскилл. Так, блин, не добьем чуть-чуть. А, нет, получилось, все. Так, вот этого, друзья мои, мы будем с вами привораживать. Да, давай сделаем уклонение, блин. Так, он сейчас будет ходить, давай. Молодец, спасибо. Будет мне, так сказать, помогать. Ну, а мы с тобой будем вот этого пока тоже добивать. Так, давай еще разок. Кусани его, пожалуйста. А, даже так. Ну, еще лучше. Спасибо тебе огромное. Поехали. Все, друзья мои, этот парнишка в наших руках. Пускай он делает свои суперудары, он все равно будет их пропускать. Ну, а мы с тобой, конечно же, будем его потихоньку истреблять. Мимо, мимо, парень. На тебе еще заклинаху. Ну, согласись, имба. Да, мы его немножко дольше будем разбирать, но зато, как говорится, без вреда для себя. Смотри. Что мы тут с тобой вытворяем? Он сейчас опять хочет кого-нибудь там ударить или укусить, и опять мимо. Вот и все. И мы его добиваем. Да, этот, конечно, дракон вообще суперский. Именно со своим скиллом глаз. Так, ну а мы с тобой продолжаем. Ресурсики и, как говорится, вперед. Так, остается еще 4 дракончиков победить. Смотрим на нашего противника. О, уже пошли 12 уровни. Короче, трындец. И древоруб еще тут. Твою ж налево. Ну вот как вот мне с такими бизонами здесь уже, извини меня, драться? Ума не приложу. Ладно, попробуем с этого начать. С древоруба. Так, все бомбят мою сардельку, да? Сейчас древоруб. Ага, ну это еще ладно, терпимо. Вот это уже плохо. Так, ну что, добьем древор... кого бы нам... Так, так, так. Вот так сделаю я. Сейчас он будет ходить. Ага. Так, древоруб, успокойся. Гаденыш, а. Сейчас уничтожит. Хотя нет, подожди. Так, сарделечка, мы сможем с тобой добить древоруба, да? Кусаем этого. Этот нам помогает. Спасибо. Так, сейчас, наверное, добьет. Понятно. Мы тоже добьем. И все, ребята. И теперь он никуда не денется. Теперь мы его с тобой спокойненько будем разбирать.
Ой-ой-ой, как страшно-то, а? Да, друзья мои. Погоди-ка, а почему я не мог применить? Куда у меня энергия-то все делась? Вот она, давай сюда. Нет, ребята, он в наших руках, лапищах, он никуда уже не денется. Как бы он тут ни пыхтел, он будет наш. Да, вот это обалденно. Таких бизонов выношу. И вы прекрасно это видите. Никакого мухляжа. Все по чесноку. Ну что, последнего дракона валим и получаем последний пак. Уже 11 разряда. Все причем, поголовно. Жесть. Ой, наверное, вот этого будем с собой хомутать. А начнем разбирать. Да я даже не знаю кого. Так, мы с тобой... Ну давай вот так начнем. Ах ты гад, смотри, что делает. Кажется, раскусил, да, кого нужно? А, нет. Лишь бы этого не трогали, мне красного дракона. Остальное все, ребят, ерунда. Остальное все ерунда. Так, укусим. Что-то сейчас будет. Да отвали ты! Прицепился, а? Уклонение, слава богу, получилось. Блин, сардельку хотят мне бомбануть. Может, заморозку сделать, а, друзья? Давай заморозку сделаем. Для нас в данный момент это все-таки лучшее. Потому что, видишь, они все под атакой усилены. Так, теперь с этого, что ли, начнем? Или с этого? Давай с этого. Очнулся. Блин, он хочет меня добить, а? Как бы мне его... Давай, наверное, я так сделаю лучше. Подлечимся. Подлечимся. Так, этот еще спит, слава богу. Куснули. Бомбанули. И добиваем его. Так, этот очнулся. Лишь бы этого не убил. Так. Паршивица. У него сейчас будет суперудар. Очень серьезный суперудар. Как вот мне теперь его побеждать? Скажи мне на милость, если он меня заблочил. Опять суперудар? Ну все, тут крышка, ребят. Тут я... Да не то я сделал, вот и все. Не так, я неправильно сыграл. Надо было все-таки дождаться мне и... делать на него суперудар, блин. Нет, я все-таки решил, блин, схитрить. Ну вот и схитрил. Ладно, главное, что нам надо было подбить дракона. Мы это сделали и забираем с тобой пак. А вот он пак, давай. Громель. Так, Вострозуб. И Сарделька. Все. Все, что могли, мы с тобой сделали. Так, забираем 10 рун. Ну и, наверное, на сегодня... На сегодня, наверное, все, друзья. Почему ты сидишь? Иди добывай. Быстро искать бревна. За рыбой вперед. Эти тоже тут прохлаждаются, а? Ты посмотри на них. Ну, вроде бы как и все. Больше нам здесь с тобой делать нечего пока. Так, активируем с тобой пак. Ну да. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!